Югорчане могут прослыть мастерами гостеприимства. Для этого нужно заявиться на новый сезон всероссийского конкурса. Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Кампанию продлили до 24 апреля. Участники смогут попробовать свои силы в четырех направлениях. Менеджеры индустрии гостеприимства, стартапы и прорывные идеи, развитие территорий, будущее туризма. Заявки принимаются от работников профильных сфер, ресторанного бизнеса, авторов проектов, студентов и так далее. Победители получат гранты на реализацию самых креативных идей, а также смогут войти в состав профильных экспертных советов органов власти, информирует сайт правительства Югры.